маски. Подходили, пробовали и мужчины, и девушки. Сразу хочу сказать, что установили уже два рекорда на сегодняшний день в Ярославской области. Мужчины подняли 75 килограмм, поэтому сразу хочу объяснить. Стартовый вес будет 70 килограмм. Сейчас мы покажем на маленьком весе, как это будет происходить для мужчин. И хочу сказать, что установили еще женский рекорд. Участвовали у нас девушки. Причем весовая категория не имеет никакого значения, поскольку я уже говорил, что вся сила в хвате. И покажу, как могут браться девушки и как эту конструкцию поднимать. Теперь самое главное, внимательно смотрите, запоминайте, чтобы не сорвать спину. Ваша задача — подойти к этому тренажеру, встать как можно ближе и ножки шире. Просто аккуратненько взяли за рукоятку. Это мужчины будут так делать. Ноги опустили, спина прямая, то есть мы спиной не поднимаем. Опустили, спинка прямая, оторвали конструкцию, зафиксировали на одну секунду, поставили. Этого достаточно, это фиксация. Теперь показываю, как девочки. Девушки, поднимите руку, кто в магазины ходит, только честно. Вы же знаете, да, пошли в магазин за хлебушком, выехали с телегой продукции. Так ведь происходит, да? Вот, поэтому вы можете браться как хотите. Вы можете браться за рукоять, вот таким образом. Можете брать как дамскую сумочку. И унесли. Вот сейчас скажу, вот таким образом девушка подняла 83 килограмма. То есть мы будем добавлять вес, но стартовый вес для мужчин 70 килограмм, от него и пойдем дальше, чтобы не затягивать это удовольствие, поскольку у нас очень мало времени выделено на суперкубок. Поэтому мужчины сначала первые, потом женщины. Итак, я прошу, мужчины, добавляем сразу вес. Вот сейчас на весах 72,5. Я прошу, желающие мужчины, подходим. Еще раз повторюсь, беремся только за круглую ручку. Пальцем нельзя прижиматься к конструкции и прижимать к ноге или к телу. Значит, теперь, для тех, кто захочет сделать таким образом. Многие подходят и думают, что так вот кистью не поднимут. Возможно, хотел бы увидеть. Но как бы то ни было, вашу руку развернет, и вы все равно вернетесь вот к этому исходнику. Потому что действительно это упражнение называется «Вся сила в хвате». Только пальцы имеют значение в данной ситуации. Итак, желающие, прошу, мужчины, подходим. Давайте поддержим первого участника. 72,5. Достаточно оторвать от земли. Фиксация 1 секунда и ставим обратно. Готовы? Прошу. Поддержим первого участника. Сразу хочу объяснить, ручка вращается, она в диаметре 60 мм, вот в этом и есть фокус. Мужчины, где у нас, кто принимали участие, я думаю, что вы тоже здесь уже подтянулись. Итак, прошу, подходим. Давайте мы поддержим сумочку вот, и пиджачок. Одной рукой, желательно бы лицом зрителям было бы интересней. Да, на вас смотреть, особенно на улыбку. Вы встаньте удобно, пожалуйста. Вы так стали, как будто вы все время таскаете такой вес с собой постоянно. Да, ножки врозь. Да, вцепились одной рукой. Спасибо, отрываем от земли. Нет, за вторую руку нельзя браться. Да, одной рукой. Готовы? Пошли. Нельзя за вторую руку, только одной рукой. Спасибо, спасибо. Ну, попытка хорошая была. В любом случае, спасибо вам огромное. Да, конечно. Если сумка, очки, тапки мешают, раздевайтесь. Нет, секунду, возьмите, да, чтобы вот все правильно было. Хорошо. Поддержали мужчину. Многим со стороны может показаться, что его трясет. Просто здесь прохладно, ветер. Вот. То есть это не тяжело, просто ему, да. Прошу, Кирилл. Болеем за Кирилла. А палец сразу говорю, вот только на конструкции, да. Внимание. Но попытка была неплохая, да, прошу. И сразу хочу объяснить мужчинам, поддержать. Значит, можно подходить, брать либо левой, либо правой. Можно сразу заменять руки, как удобно. Главное оторвать и одну секунду зафиксировать. Чуть-чуть не хватило, прошу. Не спиной, ножками, ножками. Спинку прямо, просто вцепитесь ручкой, да. Отлично, но в любом случае спасибо, да. Прошу, мужчины, подходим. Непростое упражнение, но очень интересное. Представим на секундочку, поскольку мы представители компании «Весославль», держи. Представьте, что это стейки, и это последние на прилавке. И вам говорят, если вы поднимете, унесете бесплатно. 70 килограмм бычок, готовы? Может, это простимулирует? Давай, мужчина! Соберись! Здорово! Вот самое главное смотреть на лица, не на как поднимают, а...
Вот это вот. Кстати, хочу сказать, что вот эти два прытких юноша пришли сегодня с утра дрищами. Пока упражнялись, занимались и ели чистое мясо, вот они стали вот такими. Поэтому да, прошу. Мужчины, подходите, пожалуйста, кто еще не пробовал. А мы ждем тех представителей, которые сегодня поднимали большие веса. То есть у нас финал. Ручку, да. Нет, да, нет, так нельзя. Только кистью. Руками, да. Спасибо. Ребят, кто у нас тогда поднимал на той площадке у нас возле Мясославля? Подходите сюда, пожалуйста. Вы тоже. Кто сейчас поднял руку? Прошу. Да, конечно. Вот это уникальный случай. А можно музыку чуть-чуть потише сделать? Это уникальный случай, когда люди подходят и говорят, а можно попробовать? Собственно, мы для этого это и делаем все это. Чтобы все подошли и попробовали. Только палец у нас на рукоятке, да. Погнали. Спасибо. Спасибо. Итак, секунду, да, выровняем, вот, все, ровненько. Встаем удобно, ноги пошире, возле да, станка, да. Ножки согнули, спина прямая. И отрыв. Поехали! Поддержим! Нужна стимуляция какая-то, либо болею за него, да, прошу. Поддержка, спасибо фанаткам. Смелей. Азартней. Включитесь в процесс. Это с улыбкой на расслабоне. Как будто это брелок такой карманный. Раз и пошел. Нет. Да, прошу, подходите. Внимание. Встаем удобно, доберем конструкцию правильно. И отрыв на одну секунду. Палец. Да, вот. Как говорится, приложиться к тяжелому и великому каждый должен. В идеале, но поднять, да, не каждый сможет. Прошу. А вот и богатыри подтянулись. Поднять! Поддержка! Чуть-чуть! Можно левой попробовать? Нет. Можно менять руки? Вот. Одна секунда удержать. Нет. Нет, пока. Палец. Ага. Спасибо. Кто еще? В вас верит страна. Внимание. Да, руку. Спасибо за попытку. Мужчины, еще желающие.